Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, я сегодня, ребят, все сделал. Серия будет лишь потому, что мы открываем сегодня нового персонажа. Поэтому сегодня серия и сделается. Так, у нас события, ребят, на Патриота. Если кто не в курсе, хочется его, конечно, получить, но... Мало ли что, как говорится, нам хочется. Ты попробуй его получить еще в начале. Да, тяжело, конечно, но... Но возможно, наверное. А вот эту ошибку они так и не исправили, ребят. Я играл, сегодня было вот почта отмечена 1. Так она и осталась. То есть ничего не поменялось. Так, здесь, ребята, уже... Мне осталось пройти только лишь вот эти события, ребят. Но я их не могу пройти. Меня разносят тут в хлам. Ты не поверишь. Просто разносят в хлам. Я, да, я сам, ребята, удивлен. Так кошка, блин, бессмертная. Плюс этот доктор Октопус, блин, осьминог. Я сейчас просто гляну, что у меня там за команда. Какая команда на подбор идет. Сейчас посмотрим. Да, ребята, я проигрываю, потому что вот эти два персонажа, они обязательно должны быть здесь. Понимаешь? Они здесь в обязаловку должны быть. А я бы взял бы, естественно, бы Спасительницу и Железного Человека, ну, как минимум. Но нельзя. Если вместо Железного Человека... Ой, вместо этого... Блин, ну ее же расклепает быстро. Ну, давай попробуем. Давай попробуем одну карточку с тобой залепить. Капитан Америка, конечно, хорош. Но... Блин, ну тут что-то жестко, ребят. Если честно, уж больно жестко разносят. Ну, сейчас увидите сами. Тут как бы уже не до шуток на самом деле. Сейчас увидите. Заблудшие паучата. Так. Ну давай я сделаю так, наверное. Подожди, а почему он уже с неполным здоровьем? А фига ли на них кровотечение-то все это повесилось-то? Нормально, ребят, они уже появились. Ой-ой-ой. Минус. Ага. Так. Знаю, как это мне спасет. Блин, сейчас этот полетит. Ну, естественно, ребят, сейчас начнет. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Свои бомбочки эти. Ты посмотри. Мы травмированные все. А фига ли, блин, такое этот делают они? Обалдеть, у меня... Ты что за бред? Да, друзья мои. У меня эти бойцы... Появились. Они уже были... Как тебе объяснить-то? Даже не знаю. Они уже с кровотечением вышли. Вот здесь не могу пройти. Знаешь почему? Вот здесь вот. А, ну я же вам уже рассказывал. Здесь нужен Патриот. А у меня всего 42 карточки на него. То есть, соответственно, я не могу здесь пройти. Поэтому я заберу награды. Просто награды заберу здесь. И все. Так, 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 ладно. И тогда здесь заберем. Ага, заберем. Ну давай.
Хотя, вот если посмотреть, ребята, какие здесь уровни. Смотри, 273, 283, 260, 270, 264, 243, там 282, 269. И я и то, ребята, их разнес. Ты понимаешь? Их разнес. А тут 180, 201. А тут не могу. Прикинь? Ты видел, почему? Я не знаю, ребята, с чем связано. Просто разнесли меня в хлам, в мясо. Ужас какой-то. Так, ну что, будем открывать персонажа или как? Или будем тут танцевать все вокруг да около? Так, дай-ка я здесь налет сделаю один. По-быстренькому мякну их здесь. Заберу награды. Так. Шан-Чи. Рейды Альянса. Нормально. Нормально, я тебе скажу. Так, и... Так, у меня с ареной... У меня арена последняя, но я не буду проходить, потому что у меня все аренские задания выполнены. Также я... Ну, началось все, ребята, тут разнес всех врагов. То есть теперь ждем. У нас только остается... А, война альянсов началась. Ну, войну альянсов, ребята, на... На кадре, я думаю, не стоит, да? Это 10 поединков. Я обычно выбираю самых изичных, если честно. А уже когда изичных не остается, я начинаю брать нормальных противников. Вот этих, например, можно разнести. В принципе, вообще. Какой тут максимальный уровень? 83-й. Обычно мы делаем как? Ну, не мы, а я. Ну, вот, например, я возьму гоблина здесь. Гоблина, и с гоблином пойдет, например, у нас. Так, так, так. И вот так. Это просто в мясо, ребята, их сейчас разнесем. Железный человек, он их не спасет здесь. Со своим 88-м уровнем. Тебя умоляю. Сейчас отлетит самый первый. Шучу. Ну, одним из первых, наверное. Сейчас. Так. Веселишься, да, гаденыш? А ну-ка. Ох, сейчас только гоблин, ребята. Ему бы массовую атаку бы, конечно, гоблину. А, у него слепота. Я думаю, что он... Чего? Чего? Так, друзья мои, что... Что за дела-то? Не понял. Говорил же, отдуплись, что ли? А эти все вижны и тому подобное, ребята, для нас там шелуха. Поехали. Ну, давай так надо сделаем. Посветлее чуть-чуть, чтобы было. Как тебе? Нормально? Слушай, ну Дум, да, действительно неплохой мужик. Такой. Особенно, когда он делает дубликаты свои. Он же у нас боец. У него прокачка по бойцу идет, ребят. Так, ну ладушки, что у нас дальше идет? Слушай, а тут все ватники. Тут все ватники. А-а-а. 344. 375. А, вот так вот он, значит, сделал. Хорошо. Здесь, ребята, можно взять, в принципе, пустельгу. И... Ну, вот так, я думаю, им будет достаточно. Разносолочку сделал, чтобы это... Чтобы было интереснее.
Я потихоньку, ребята, качаю Пегаса. Я решил качать. Ну там на самом деле дофига надо. Для события мне нужно прокачивать, блин, Веровольфа нужно прокачивать, блин, Саблезуба, чтобы пройти. Блин, я же хотел персонажа нового открыть. Все забываю. Ладно, давай после этого поединка откроем, ребят. Так, пустельга. Кого будем в первую очередь валить? Наверное, Электро. Она мне как-то больше всего напрягает. Давай так сделаем. Ну-ка, гранатку им туда. Готов. Плешивый. Вот так вот. А еще вот так. Защита от смерти была. Все, друзья мои. Как-то так. По 200 очков получаем. Плюс билеты эти, которые нам нужны. Так что нормуль. Еще, ребят, планирую сегодня поиграть в Бравл Старс, Клэш Рояль и Clash of Clans. Наверное, еще Растение против зомби 3 будет. Как говорится, вчера продурковал, проспал. Сегодня надо отрабатывать. С Илюхой общался по дискорду. Он, в принципе, ребят, не против поиграть в Бравл Старс. Но единственное, сейчас немножко он занят. Проекты у него, проекты. Поэтому как бы, ну, сейчас не может он. А так он даже не против. Так, ну что у нас тут за 4? А, ну тут эти сферы. Сферы, ребят. Давай заберем. Ну неплохо, 140. Неплохо, 149 этих. Ай, ай, чешется лоб. Так, здесь тоже заберем тогда материалы. Нормально. И тут у нас еще. Тут еще одна. Ну где она? Все. Открываем, ребята, нашего бойца. Да-да-да-да-да. Вы уже заметили, ребята. Это Красный Халк. Заряженный гамма-радиацией Тадеус. Громовержец Рос, Красный Халк. Легендарный буян, накладывающий травму и уничтожающий врагов разрушительными ударами. Вербуем. 3 звездочки всего лишь. Значит так, у него огненный кулак и удар по тротуару. Почитаем. Так, наносит основной цели 80% урона, когда проводит контратаку или проводит... или приходит на помощь с минимум 5 зарядами готовности. Это контратака или помощь, получает 100% к урону. Наносит основной и ближайшим целям 110% урона и накладывает ослабление атаки. Дополнительно производит эту атаку еще один раз. А во время войны вместо этого дополнительно производит эту атаку еще два раза. То есть парень-то буйный. Ну, я, в принципе, видел, что он из себя представляет, друзья мои. Этот персонаж нам нужен, ребята, для апокалипсиса. Пытался, конечно, я пытался пройти и другие события. Не буду скрывать. Но мои, ребят, попытки... мои попытки там... ничем хорошим не увенчались. Вот единственное, что вот здесь вот я открыл Красного Халка. Полностью здесь прошел. А что, а почему здесь? Подожди, а почему у меня здесь? Почему не завершено это задание? Что-то не могу понять. А ну-ка. Почему оно не завершено? Это я никак не могу врубиться.
Я же прошел его. Ну давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой, какая пакость. Ай! Регенку сделала, блин. Жуткий утенок, а? Но мне на самом деле... Ё-моё, чё так жестишь-то? Вот эту вот пакость не надо, ребята, мне разносить. Это в первую очередь. Блин, я еще и Зачем провок... Все, иммунку повесил. Сейчас меня тут расфигачат. Почему медика нужно разносить, друзья мои? Ну, я думаю, всем и так понятно. Потому что это медик. Да он тут тоже хламон... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ой-ой-ой, подмога пришла. Блин, сейчас этого... Уничтожат меня. Все, отдуплился мой браток. А, там этот провокацию взял. У меня медика здесь нет в этой команде. А уровень повышенный, ребята, сложности. Поэтому 15-й шмот, по-моему, если не ошибаюсь, я здесь воткнул. Так что маленький Локи у нас тоже отдупляется. Эта гадина, по-моему, если не ошибаюсь, вешает слепоту. Да офигеть тут их сколько, блин. И у нас так купится медленная энергия. Я смотрю, блин, пипец просто. Это слепоту вешает, точно тебе говорю. Она ослепляет своими фейерверками, сколько я помню. В инвизе называется, постоял. Ага, отдуплился, да? У кого-то было мало здоровья. Вон, увижно. Попади по нему. Есть, вижу, надупляется. Вот, 7. Это вот последние, ребята, бойцы, которые здесь. Но... Тут еще надо выжить, выстоять. Надо Джубили, наверное, наказать. Этот провокацию на себя берет, блин. Да зачастили вы что-то с этими-то, с атаками, ребята. Кто опять, блин, провокацию взял, а? Он еще и щиты на себе вешает. Или кто-то вешает на них щиты, ребят. Халк, способности закрыты. Ты не сможешь, блин, отхиляться. Ну, что-то вообще... Теперь этот... Короче, одни сейчас будут, блин, своими провокациями здесь, ребята, фигачить. Псих, задолбал уже, а. Халк не выживет. Друзья, не выживет Халк. От Локи тут вообще толку ноль. Слушай, ну железный человек, может быть, его как-то... Просто не дают ничего сделать, блин. Теперь этот в провокацию, блин, только хотел железного человека, думал, подбить. И не попала, блин, по нему. А он еще в инвиз ушел, прикинь. Сейчас этот возьмет провокацию, наверное, не?
Давай, наверное, в инвиз уйдем. Эту пакость надо как-то, ребята, я не знаю, как ее тут. Но ее надо, эту джубилиху надо уничтожать. Вали ее. Так, теперь вот этого, бишопа. Это не бишоп, это, блин, как его звать-то? Бишоп? Что-то я. Сейчас начнут, активируются. У них как всегда, как, ребята, не знаю, ну, как только их, ну, мало хп у них становится, сразу же начинает суперагрессивными становиться. Ну что, тогда придется нам этого роботека валить. Халк, первый костюм, блин. Ага, разыграли им как мячиком, нормально. Теперь вот этого Дэдшока. Офигеть, начинается. Я говорю, психов они вот этих вырубают своих. Это вот это щиты ставит им, да? Иди отсюда. Так, ну что, поехали. Отлично. Отлично, ну-ка. Готово, ну что. Хеллбой, или как тебя там. Хеллбастер, блин. Теперь мое время веселиться. Да-да-да-да, постучи себе по сраке, пожалуйста. На. Давай так сделаем. А вот и все. Goodbye. Прекрасно, ребята. Прекрасно? Что я могу тебе сказать по этому поводу? Просто великолепно. А почему я думал, что я прошел его? Один уровень не добил. Но это на повышенной, ребята, сложности. Я еще и награду здесь забираю. Что там за награда у нас? О! О! Ну, 700-то я уже не потяну, ребят. 700 я уже не потяну. 700 мощей. Это слишком круто для меня. Это для меня будет слишком круто. Так. Подожди секунду. Я просто хотел показать. Пробовал, ребята, и этого. Вот до сюда я дошел. Не хватило буквально чуть-чуть. Тут, в принципе, бойцы, ребята, не особо сильного уровня. Но ты посмотри, кого мне дали. Вот, разнесли всю команду. А вы говорите, не качай. Как я без этих, вот без этих прокачанных ребят буду проходить вот эти вот события? Никак, мне их нужно прокачивать. Мне их нужно прокачивать. Хотя у них уровни такие. Вот у нас только вот этот вот слабоват. Остальные все там 123, 177. Ну, уровень такой хороший, ребят. И все равно меня вот эти вот сосунки уничтожили. Про чуму я вообще, ребят, молчу там. Вот здесь вот я остановился на последнем этапе. Тоже разнесли меня в хлам. Этот вообще слабачок у нас. Этого у меня еще раньше подбили. То есть, опять же, без этих прокачанных ребят я ничего здесь не смогу сделать. А так бы я получил бы, ребят, еще и чуму. Голод. Голод я дошел вот до сюда. Практически. Практически на самом начале меня, ребята, расклепали. Опять же, узнаешь команду? Та же команда, ребят, которая была и в том событии. Ну, а про этого парня я уже молчу. Это у нас темное измерение, ребята, да? Здесь я тоже
не могу, ребят, пройти. Вообще не могу. Потихоньку, по одному бойцу в день я уничтожаю. Тут какой-то нереал просто. Там по 9 штук стоит, по 10. Они все бомбят меня, табло разбивают. Вот это меня убивает, ребят, смотрите. 19 категории. Ты посмотри. Лям 114, 831 тысяча. Плюс они, у них звездность. Как тут... как тут драться? Поэтому я еще ни у кого не видел Мефисто. Ну, по крайней мере, мне такие не попадались. Уже наверняка у Хайв-то она 100% есть. Вот. Поэтому я хочу в ближайшее время раскачать именно те команды, которые есть, чтобы получить этих 4 персонажей и уже пойти делать сагу Апокалипсиса. Ну, соответственно, тут еще нужно будет, конечно же, шмотки им прокачать. Это же не просто так. Тут, видишь, 13 категории, 15, 17. То есть, делай выводы. Так-с. Пойду сейчас в рейды зайду, еще гляну быстренько. Так, у нас здесь, ага. Откроем с тобой сферы. Ну, красный Халк, на самом деле, ребят, имбовый чувак. Но его надо прокачивать. Но я не могу, я сейчас и Дум, и это. Все у меня тут. Понимаете, что всех прокачать, ну, сразу не получится. Как бы тут ты ни пыхтел, как бы ты тут ни старался, прокачки не получается у меня. Так, у меня еще... Сейчас глянем. Энергия вроде бы есть, я могу немножко продвинуться. Само собой, естественно, ребята, на симуляции все это делаю. Прохожу на изи. На симуляции здесь, потому что команда более-менее смачная. Поэтому никаких проблем с этим нету. Можно даже сюда прыгануть. Ну давай. Так, сюда забежим. И, по-моему, там на последний поединок у нас осталось. Ну, вот сюда зайдем. А в Думе даже делать нечего. Меня там уже разнесли. Там бойцов нету. Дум я пока не тяну, друзья мои, к сожалению. Хотелось бы, конечно, но... Оу, подожди секунду. Я смотрю, халявка вроде какая-то намечается, да? Вот, вот здесь я отыграю, друзья мои. Здесь я отыграю, здесь... Ну, тут даже говорить нечем. Вот этот мужик вообще крутой, на самом деле, ребята. Октопус, вот этот доктор Осьминог. За счет того, что он хиляет, за счет того, что он призывает шокера в помощь. Ну, по крайней мере, для меня он один из таких крутых персонажей. Плюс он еще, ребята, хилит. То есть он 3 хила вешает. То есть один хил на ход. То есть я им... проходил, он один у меня оставался в живых, я им проходил по 15-16 чувачков, разносил одним на событиях элитных. Так что я считаю, что он достойный чувачок. А если его еще прокачать круче, вообще будет имба. Так, ну что, всю энергию потратили. Мы все заодно. Мы все заодно. Так, подожди, вот здесь у нас что-нибудь есть? Нету нифига, по этапам у нас ничего нету. Тут, наверное, сферку какую-нибудь захудаленькую мне дадут, да? Угу. На 14 уровень снаряжения. Ну, самая крутая у меня пустельга, 308 тысяч мощей. Потом идет Капитан Америка. Вот, а мне нужно, ребята, вот этих вот саблезубов, блин, прокачивать.
куда они делись-то у меня? Дэдпула, кстати, нужно тоже прокачивать, ребят. Вот, его поднимать по уровню. 79-й, как минимум. Ну, лучше 85-й, чтобы у него был. Так, это у нас саблезубый. А где у меня... А вот, и росомаху. Не хватает тут. Ну и заодно прокачиваю, ребята, как я уже говорил, пегас. Этого подтянул. А плюс где-то у нас тут темный ястреб недалеко корячится. Так, доктор Дум. Отлично. Прокачал 6-6. Так, тут последний уровень остался. Тут по уровню и тут. Тут уровень. Два уровня еще, ребят. 6 и 7. Ну и как бы пока все. Электрик бы, конечно, прокачать для зловещей шестерки. Но что-то так, ребят. Именно почему-то лень. Блин, мне надо было, знаешь, что сделать? А, ладно, в принципе. Халка хотел, думал, подтянуть хотя бы к тридцатникам. Такой ярый чувачок. А что ему нужно-то? А, 4 уровень. Слушай, ну мне все равно сейчас искать эти. Сейчас подтянем, ребят, его чуть-чуть. Энергии 150. Давай мы с тобой сейчас найдем на кого-нибудь. Ну вот, например, на подростка Локи. Ты не туда зашел. Подросток Локи найти. Если я его не искал, конечно, еще. Если искал, то ничего не получится. Блин, искал. Тогда Венома. Давай. 4 всего лишь. Так, Венома и, например, блин, Ронин тоже крутой чувак. У него, кстати, 2 звезды, ребят. Если я его прокачаю, 2 звездочки получу. Блин, у меня Ронин. А что, у меня разве Ронин не открыт? Вроде как открыт был. И, кстати, Черную Пантеру тоже нужно, друзья, прокачивать. Всех надо прокачивать. Кого, блин, тут не коснись, всех надо прокачивать. Ну, кого тут еще искать-то можно? В Хельге что-то, ребята, я так расстроился, она... Кроме своих вызов вот этих вот чудиков, ничего больше не умеет делать. А они такие, ватники вообще. Канг, завоеватель у меня прокачан по максимуму, ну, я имею в виду... Максимальное количество карточек. Электро тоже прокачанная. Человек-муравей немножко тут осталось. Фотон. Этот по ультимус по максималке. Максималка. Блин, да подожди, кого? Да у нас, в принципе, энергии-то больше нету, да? У нас, в принципе, энергии больше нету, так что... Кого я там хотел... вкачать? Саблезуба, да? Подожди, не саблезуба, а как это... Пипец, голова дрявая. Кого я хотел там? Чуть-чуть же не хватало мне, блин. А, Халка красного. Двадцать третий уровень. Оп. Две тысячи мощей. Ну, слаб, конечно, слабо еще. Куда его возьмешь? Да никуда, ребят. Куром насмех.
Но потом, да, потом, если его прокачать, он... Особенно вот этот удар валуном, когда он валун берет, там, начинает бомбить. Это еще причем массовая атака. То есть наяривает он не кисло. А так, ребята, черный рыцарь нужно мне, ну, смотри. Почти, сколько тут? 40. 41 карточка. На призрачного гонщика нужно, сколько тут получается? 38. И рыцарь пустоты, ну и плюс железный патриот. Это у нас новые персонажи. Я еще их не видел в противниках, поэтому сказать ничего не могу. А вот, ребята, Мефисто, мне нравится, как он выглядит. Трон охрененный такой. Смотри, сейчас такой договор. Жит. Наверное, крутой чувак. У него 310, он идет как... Супер элитный воин. Но когда его получим, наверное, через лет 20. Ты там видел, какая прокачка нужна? 1 140 000 мощей. Куда, ребят? Это у Новы только там. То есть, чтобы с ним бороться. А там их видел, сколько персонажей? Персонажей 50. То есть, бой будет долгий, очень долгий бой. Так, друзья мои, ну что... Получается, что пока на сегодня все. Больше я здесь сделать ничего не могу. Это я уже буду за кадром проходить. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.